Ребята, привет. Приехали. Выходим, ребята, выходим. Может, стоп. Поехали прямо. У них слева, скорее всего, в ангаре будет хаба стоять, потому что саплайка стоит. Вот тут противник. Розу противник. Петь, выходи, Петь. Обходи его левее. Стоп. Левее обходи его. Убил его. В ангаре, скорее всего. В ангаре, скорее всего. Да, заезжай внутрь. Видишь стена? Вот она стоит, да. Да. Сзади тебя. Перед тобой. Выходит. Убил его. Сейчас я им сюрприз сделаю. Вижу, типа. Залез, пацан, проверяйте. Ко мне лезьте на второй этаж. Угу. Ай, сука, сняли меня. Противник у меня передо мной. Ну, два сделали, хорош. Делай, как я. Ложись, ложись. Лестницу, контроль, контроль, лестницу, Петь. Слева лестница. Хорош. Красавчики. Да?
Ребята, привет. Приехали. Выходим, ребята, выходим. Братан, я мина взорвал тут, типа. Чистый минер, сапер. Просто... Боже мой, вот это им ключи накидали, ребята. Вот это им... Я всех добил. Гляньте, просто сколько их валяется, чат. Лошара приехал. Сладенький мой. Раз ты на лбах учился, признавайся. В страйкболе, Гадзор. Сюда иди, бро, сюда иди. Вот здесь сядь. Вот здесь сядь, вот здесь сядь, вот здесь сядь. Вот здесь садись. Великолепная граната, братан. Просто великолепная. Спасибо тебе огромное. Граната просто, блядь, вот тут, вот, я не знаю, это счастье было принять ее на себя и увидеть, как мой брат умирает от твоей гранаты. Просто, блядь. Да. Да, да, да. Смурф. Ростов. Через то, Смурф. Ростов. Ростов-на-Дону. Советский микрорайон в Ростове находится, я понял, где, и там у нас Максим Владимирович с Ростова. А вы все убили всех? Рация, наверное, где машина стоит, слышь? Они возвращаются, возвращаются, вижу, возвращаются. Ой, я ему в голову попал. Кто пришел? Где он? Я знаю. У меня винтов нет, пацаны, сорян. Ребята, ну почему минус ставим здесь? Потому что если будет проехать, проезжать соплайка их, либо там техника военная, то она будет проезжать между техникой, правильно? Правильно. Поэтому ставим вот здесь. Так, у них бредля и мрап едут на речку. Через речку у них мрап и сопля едет, слышишь? Ой, сопля этот. Бредля, бредля, да, бредля. Так, мрап проехал, сейчас бредля будет ехать. Да, соплайка. Лошара.
Я же о чем, собственно, говорил. Я вам, собственно, о чем и говорил, пацаны. Не, катка хорошая. Катка вообще. Начало катки великолепное.